Поклонники Эраста Фандорина, трепещите, он вернулся. Борис Акунин, наконец, выпустил долгожданное продолжение серии про знаменитого сыщика. Новая книга называется «Черный город». Ее действие происходит в Баку, накануне Первой мировой войны. В этой книге Фандорину уже около 60 лет. Он ведет очередное расследование. Сначала псевдопокушение на императора, сбежавший преступник и уязвленное самолюбие. Затем смена помощника и поиск черного человека в черном городе. При всем при этом лихо закрученный сюжет, который очень напоминает раннего Акунина. Прекрасный язык, слог и повествование. Как всегда, у автора все на месте. Текст нашпигован ссылками к прошлым книгам про Фандорина. Этот детектив стал 14-м в цикле и, возможно, последним. Он оформлен незамысловатыми, но симпатичными иллюстрациями. Многие лица узнаваемы. В книге много старых и полюбившихся героев, но есть и новые. Пахло копотью, порохом и кровью. А счетчик, оказывается, все это время работал. 108, 109, 110... Черт бы тебя побрал, Эраст Петрович наклонился над Хачатуром. Что ты наделал, Гасым? Жизнь твою спасал. Застрелить его я и сам бы мог. Где здесь свет? Фандорин подошел к двери, повернул выключатель, оглядел комнату. Гасым сидел все там же, на подоконнике. Только расстегнул черкеску и рассматривал дырку в боку. Оттуда, пачкая густую шерсть, толчками вытекала кровь. Ну а при чем здесь пистолет, спросите вы? По законам жанра в конце он обязательно выстрелит. Финал романа убийственный во всех смыслах. Но больше говорить ничего не буду. Читайте сами. Ну а купить новинку можно в магазине «Моя книга».